Всем здорово, ребят, с вами Кайсерко, добро пожаловать в новый видосик. Так, сегодня у нас с вами FNAF Security Breach, ребят. Security Breach в Роблоксе, буквально. И очень, кстати, похожий на оригинал, ребят, чтобы вы понимали. Очень похожий. Отсюда, кстати, можно заначить. Так, я проверял. Это идеально настоящая версия Security Breach, ребят. Поэтому погнали. Играть в соло. Телепортация. Готовы, ребят? Очень интересно. Я глазком посмотрел, понял, что это реально должна быть прям охереть, какая настоящая версия. Прям как настоящий Security Breach из Steam. Вот, только в Роблоксе. Платформа ПК, если вы мобильный игрок, вы можете изменить настройки. Играть. Ага. Часть третья, часть четвертая, ванная. Часть первая, время закрытия, часть вторая, детский сад. Давайте во время закрытия, часть первая, естественно. А куда же нам еще-то идти? Телепортация. Так что, ребята, обязательно, наконец, что-то у нас хорошее появляется на свет. Хотя, возможно, это давно появилось, я просто слепой не видел этого. Вот. Так, загрузка. А русского здесь нету, а здесь русского нету. О, плохо. А, нет, есть. Ранний доступ, игра не завершена и может быть изменена. То есть это такой, ребята, ранний доступ, чтобы вы понимали. То есть это не оригинал, ну, то есть это не релизная еще версия. А, серьезно? Ладно, играть. А, третий раз уже, Мишка. О, запуск. Безопасный режим. Так, что-то происходит. Ну и что это? А, это показывают, как у Фредди врубился безопасный режим, то есть его не взломали. Showtime already. I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Will you shut up? Who said that? Закрой рот, короче. I did. Кто сказал? And down here. Это я сказал. Down я where? Где? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch. That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. It is not a safe play area. Реально, закрой руку, это рай. Нажми на Е, чтобы выйти из Фредди. There you are. Вот scanning ты. Complete. Сканирование завершено. How odd. Странно. Ваш профиль. Your guest profile is unknown to me. Who are you? Я Грегори. I'm Gregory. Gregory. Грегори. Я. I will notify the main office. Я сообщу главному офису. Oh. Ха. Connection ошибка подключения. Я не могу подключиться к основной сети. Это она. Она отрезала тебя. Она не позволит тебе позвать помощь. Кто тебя ищет? Твоя мама? Я слышу шаги. Выглянуть в окно. Боже, какой хрен. Это охранник, она может помочь. Нет, я ей не доверяю. Почему нет? Я не знаю, кто она, но она пытается меня заполучить. Разве это другой способ общаться со мной? Кроме как говорить так громко. Возьми это новинка Фредди Фаствотч. А где? А, возьми часы. I'm sending you an encoded message. Я посылаю тебе закодированное сообщение. Привет, Грегори. Это я, Фредди. Я провожу тебя к главному выходу. Однако я не могу покинуть эту комнату. У тебя не должно быть проблем. На стене есть комната, которая откроет дверь в заднюю комнату. Я сделаю ее доступной для тебя сейчас. Thank you. Открой заднюю дверь. Эту? Эту? А, эту. Графон, конечно, какой ужасный. Молодец, Грегори, внутрь комнаты обслуживания есть вентиляция в открытом воздухе. Вам нужно будет пройти через систему вентиляции и свалить меня снаружи. Круто, юхоу. Так, что здесь можно делать? Здесь есть маленькие Фредди. Конечно, графон, да. Респект за графон. Так, ладно. Сохранить свое место. О, сохранить прогресс можно. Прогресс сохранен. Ага. Господи. Так. Здесь реально. Здесь бы понадобились на самом деле бы шейдеры, ребят. О. Жми контроль, чтобы короче,
присесть, да. Так. Мы ходим по ужасной вентиляции. Не, в следующий раз я, наверное, наконец-то шейдеры первый раз вижу. Ваше выступление было идеальным сегодня вечером. Спасибо, ваши волосы красивы, ваш хвост красив. Спасибо, я лучше. Everyone wants to be you. You are the best. Thank you. I am blessed. I am blessed. Какой кринж. Your fans are watching you right now. На вас прямо сейчас, я знаю. I know. Серьезно? Как ты узнал? Прикинь, сейчас на нас посмотрит. Нет, она просто говорит что-то. Надо освободить Фредди из комнаты, а зачем? Ну ладно. А, можно шифтить. Прикольно, здесь шифтить можно. Шифтовать, сидя, как говорит один человек. А это что? Ну, очень темное место. Видимо, опять же, это ранний доступ, и, возможно, здесь ничего не до конца все проработано. Вот, но его будет, наверное, обрабатывать. Там, наверное, кто-то должен был быть из монстров, но видимо, ну, из аниматроников, но его там не сделали просто-напросто пока что. Это временно, наверное. Сейчас должен быть еще кто-то или нет? По-моему, должен быть еще один кто-то. Я ошибаюсь, звук какой? Звук вообще на полную сидит, ничего себе. Сидит. Звук умеет сидеть, да. Как долго идти? Сколько можно? Так, а это что? А это что такое? Это кого? Ладно. Здесь никого нет. Идем дальше. Так. О. ЕМА, здесь написано! Как много! Да, йоху. Сейчас я пальцем щелкну. Ну, какая-то, короче, что-то там говорят. Не знаю, что, но что-то говорят. А, тут, видимо, комната Рокси. А тут-то, видимо... Вот это вот как-то мое. Я не помню уже, как его зовут. Второго Рокси! Ой, Рокси, Чики! А я вот перепутал, простите. А можно к тебе прийти, кстати? Понятно. Да ладно. Мы не расстраиваемся, мы вообще все в порядке. Привет. Так. The stupid door won't open. О, вам понравится пропуск на фото, чтобы открыть дверь. Извиняюсь, предложил, что она у вас есть. Ну, вы сможете найти ее иго на стойке. Я бы сейчас фотопад. О, а, я там тоже читаю, ладно. Сюда, что ли? Чё это такое? Чупать. стойте, откройте. О, а вот она обхода. Ну, вообще неплохо сделано, на самом деле. Тем более, что это опять же ранний доступ. О, фотопас. Опять же, это ранний доступ, и все будет хорошо. Отличная работа. А теперь иди, короче, туда. Ко мне. Опять же, это только бета-тест. Ну как, бета-тест. Просто ранний доступ. И, возможно, в будущем здесь будет хороший графон. И, возможно, я узрею, как это все будет выглядеть. В хорошем графоне. Я, наверное, в следующей серии как-нибудь улучшу графику с помощью шейдеров. Все-таки решу скачать ее. Кстати, вау. Это как они красиво сделали. Не, выглядит как шейдеры. Это реально выглядит как шейдер. Вау. Господи, что такие лаги. Молодец, да, я знаю, что ты сможешь. Йо-хо, у меня один FPS, ура! Я знаю, как вытащить тебя отсюда, заберись обратно в мою грудную клетку. Короче, у нас есть время, мы должны поторопиться, если он не заметит. Меня без... Я провожу тебя к главному выходу через туннель, это самый безопасный путь. Окей, but you better be careful moving around. Хорошо, но тебе лучше быть осторожным при передвижении, я не хочу, чтобы меня раздавили или что-то там, короче, в фарш превратили. А, я за Фрей буду брать, ничего себе, офигеть. Так, окей. Такая радостная музыка. Нам сюда, наверное, да, надо? Какая красота. Я был прав.
Я последний раз играл в настоящий Security Breach очень давно, наверное, год или два, ну, наверное, год или два где-то назад играл последний раз Security Breach. Настоящий только. Я уже не помню, как проходить буквально от слова совсем. Но максимум вот это вот начало помню, как там. Но вот это вот уже, именно на этом моменте я уже ничего не помню. Вот, например, сюда можно идти или нет? Видимо, нет. Привет, маленький мальчик, если ты здесь, скажи что-нибудь. Она здесь, мы должны вернуться. Не волнуйся, Грегори, если даже не заметят, ты будешь в безопасности с тобой. Они никогда не заподозрят, что мы путешествуем вместе. Тем не менее, мы все равно должны сделать все возможное, чтобы избежать ее. Если меня отправят обратно в комнату, мы никогда не доберемся до лобби до полуночи. Окей, то есть, мы должны все-таки не идти назад. И мы должны сюда прийти, то есть, если она нас заметит, то она ничего не сделает, потому что, ну, она же не будет открывать живот, типа, мальчик здесь 100%. Здесь, по-моему, если, сколько я помню, кстати, можно выбраться? Нет. Насколько я помню, здесь она должна нас заметить, но она просто скажет, чтобы мы обратно шли. В2, главное, лобби. Core NV, о, господи. Я чувствую, что ты смоешь. Не волнуйся об этом, я в порядке. Нет, я чувствую, что это не так. Я отвезу тебя на станцию первой помощи. Нет, времени, нет времени, я в порядке. И все, мы полетели. Ну, пошли, короче. А, да, он здесь, смотрите, мы сейчас сюда придем, и здесь у нас, здесь сейчас будет консцена. Фредди! Да. Ты должен быть в изоляции. Офицер Ванесса, я не знаю, как я сюда попал. Ну, ты полностью испортил его сегодня вечером, ты знаешь, что система сломалась, и ты разрушил шоу. Три части и услуги, имея тебя меньшей мощности. Я прошу прощения. Хорошо, послушай, как так... Ой, мы как 15 минут до закрытия, какой-то ребенок пробирается за кулисы. Если ты что-то увидишь, немедленно сообщи мне, я уже предупредил остальных, теперь возвращайся в свою комнату. Альмие, чтобы оставить укрытие. Я говорил тебе, что она пустит меня. Я ничего не сказал, я сохраню себе отпустить. Ладно, мы должны обратно, да? О, господи, теперь обратно идти. Погоди, а куда Ванесса ушла вообще? Да, по-моему, ничего нет. А, теперь понятно. Погоди, мы можем за ней? Ванесса, мы здесь! Ладно, мы не можем. Миссия пройти через тоннели. Через эти? Наверное, да. Where are we? Где мы? We are now under the pizza plex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Fazerblast, Montegolf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff, with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but... Yours is a special situation. Ничего особенного не рассказывал, просто познакомил нас с Рокси, там кто там, ну, вы поняли, короче. Вы, думаю, и так знаете, поэтому это даже читать не надо было, наверное, да. Хотя я бы, наверное, и не смог максимум, хотя надо было прочитать все-таки. Хотя бы имена, потому что я все равно ничего не помню уже. Я знаю, это типа крокодил здесь есть, Чика, Рокси... А, ну и Фредди, все. Наверное. I am terribly sorry. Фредди, мне ужасно жаль, цикл перезарядки еще не закончится. Когда я нашел вас, вы должны продолжить без меня. Я буду направлять вас на ваш запас. И если у вас возникнут проблемы. Я не знаю, смогу ли я это. Фредди, здесь? Ладно. Ранний доступ, ряд, ранний доступ, ничего особенного. А как на фазмач-то идти, кстати? Блин, надо было у нее спросить. Как зайти на фазмач? Фредди! Ладно, я думаю, это поможет. Так, сохраните свое место. Сохрани прогресс, отлично. Пометили свою точку, идем дальше. О, у нас shift есть, клёво. Ага. Это Чика, может, я мог бы отвлечь её чем-нибудь. Нажмите G, чтобы закрыть карточку с инструкциями.
Я не дочитал и не посмотрел. Чика. Куча банок. А куда идти? Она сюда что ли идет? Ладно, пока. Она сюда идет! Блядь, беги! Она еще сюда идет? Блядь, иди ты нахер. Буду еще к ней подойти. Давайте лучше сюда зайдем. А что опять? Что так много коридоров? Не люблю, когда много выборов, куда идти. Мне кажется, здесь будет какой-то крокодил, да, ведь или нет? А, видимо, нет. Ну, сохрани свой прогресс, отлично. Давайте. Моя голова. Блин. Видимо, игра слишком реалистична. Вот ты где. Ой-ой-ой-ой-ой, куда? Он бежит! Куда? А вот, в лобби, туда направляться надо. Пока! О, господи, господи. Да вы чё? Я только сюда пришёл. Какого хрена? Повторить попытку. Так, давайте не бежать. Пока, нахер! Беги, давай, просто не оборачиваемся, бежим. Давай, заряжайся! Беги! Давай, нахер. Да блин! Да куда? А куда? Так. Я понял, что я очень громко орал. Короче, и добавил лимитер, чтобы, короче, когда я буду кричать, я буду не так сильно кричать. Просто беги. Просто восстанавливайся. Просто беги. Все. Я даже никуда не смотрел самого. Понял эту тактику! Да нет! Ненавижу! За что? Так, заново, повтори попытку. Так, просто беги. Просто иди. Вот ты где. А почему они меня ищут? Я вообще ничего не знаю. Просто беги. Просто восстанавливайся. Просто беги. А где они? Да! У меня читы активированы. У меня просто активированы читы, ребят. Ладно, шучу. Я не знаю почему, но они просто забагались. Это хорошо, это на самом деле очень прекрасно. Меня никто не догонит, по идее, значит. Да, есть? Меня же никто не догонит. Ребята, вы победили. О, здесь отражение зачем мне шейдеры скачивать, когда здесь уже есть что-то подобное? Это что за... Что они делают? Пока есть достаточно мощность. Сила только на 15%, и они стучат в дверь. Как мне выбраться отсюда? Не паникуй, вы должны видеть интерфейс на безопасном столе. Подождите, пока я сделаю его доступным для вас. Там теперь вы сможете активировать протокол безопасности. То есть сейчас она зелен. Блять, они стучатся. Ладно, я лучше побегу. Сохрани прогресс. Прогресс сохранен. Нам надо туда, либо туда. Откуда? Погоди, давайте за ней уже. Может, за ней.
Тихо. Присиди. Я присиди. Так, надо, короче, за ней, наверное, идти. Потому что если пойдем прямо на нее, то нам будет капец. Найс. Так. Она же Анна, может, всё даже... Нет, это... Сюрприз, Фазбер закрыт, инсценированный, начинает... Нет, подождите, я все еще здесь... Стойте! Мальчик все еще здесь! Что мне теперь делать? Телепортация. О, это все! Ничего себе! Пар 2... О, ребята! Ну что ж, ребята, да это все! Это прекрасно! Это шедевр, ребята, это шедевр! FNAF Security Breach в Роблоксе это просто шедевральная игра. Ну, до оригинала, естественно, не доходит, но это ранний доступ, ребят, видите, даже написано, ранний доступ. Вот, и в общем, в будущем, возможно, я шейдеры все скачаю, и будет лучше и красивее игра. Раз здесь пока графика с графикой все плохо, значит, я сам все сделаю. В общем, ребята, на этом все. Всем покедо, с вами был Каксер Кут, это прекрасно. Естественно, я буду снимать вторую часть, так что покедо, ребят, всем еще раз покедо.